Приветствую вас на очередном уроке в нашем тренинг-центре Viva Stars. Это заключительный итоговый урок в открытой части мини-курса по созданию YouTube-канала. Я специально не стал рассказывать о каких-то сложностях, в кавычках. YouTube – это сервис, о котором можно рассказывать очень долго и очень много. Но задача ваша на данном этапе – создать, оформить свой YouTube-канал и начать загружать на него видео. Обязательно проведите хотя бы одну прямую трансляцию, ну, для того, чтобы подтвердить хотя бы свой канал и открыть доступ к большинству функций закрытым для неподтвержденных каналов. Обязательно просите своих друзей, своих знакомых помогать вам поддерживать ваше загруженное видео. Старайтесь размещать свое видео в максимальное количество социальных сетей. Договаривайтесь с владельцами групп, просите их разместить ссылку на ваше видео. Посев видео в социальных сетях дает очень хороший толчок для продвижения любого видео. Если у вас есть возможность разместить свое видео на блогах, также не упускайте такую возможность. Чем в большем количестве мест появится ссылка на ваше видео, тем больше людей узнает о вас, о вашей экспертности и начнут обращаться к вам. Конечно, в этом курсе я не стал рассказывать о структуре видео, не стал рассказывать о внутренней оптимизации YouTube-канала, не стал рассказывать о том, все-таки как надо продвигать видео. Что нужно делать для того, чтобы ваше видео попадало в топ Ютуба и, естественно, в топ Яндекса, потому что попасть в топ Яндекса – это получить очень хороший трафик абсолютно бесплатно. Конечно, мы не поговорили о качественном описании видео. Конечно, я очень многое просто прокинул при загрузке видео на ваш YouTube-канал, но мы создали и оформили YouTube-канал, мы загрузили на него ролики, которые будут набирать просмотры. Мы научились проводить прямые трансляции на YouTube. В следующем уроке я расскажу, как делать прямые трансляции сразу в несколько социальных сетей. Очень полезный урок, пожалуйста, его посмотрите. И мы сделали первый шаг в продвижении себя как видеоблогера. Надеюсь, у вас все получится. Первые видео будут у вас некачественные. Да, конечно, вам будет некомфортно перед камерой. Все это абсолютно нормально и все это абсолютно естественно. Не надо этого бояться. Лучшая возможность побороть страх перед камерой – это просто записывать много видео и регулярно их выкладывать на YouTube и в свои социальные сети. Успехов вам! Будут вопросы, обязательно пишите их в ответе на домашнее задание.